Как сегодня проходит наш день? Вон, куча бумаг, куча полученных писем, документов, которые надо развести, документы отвезти. Сегодня надо будет сейчас померить компрессию в ВИЦе, посмотреть, сколько давит в цилиндрах, и что-то уже решать, что делать. Либо мотор целиком менять, либо саму головку. Вот. Надо съездить еще купить фильтра. Фильтра купить, поменять сегодня. Ну, не сегодня, наверное, уже завтра поменяю, получается, этот масло в грузовике. Надо будет еще там всякой мелочевки купить. Потом надо будет съездить. Ну, по документам я говорил, здесь надо компрессию померить и надо поменять ступицу. Надо поменять ступицу, потому что уже гудит прям жестко, ступица болтается, подшипник. Взял я контрактную у своих друзей на этом магазине запчастей, купил. Так что будем ставить сегодня. Документы уменьшаются, пачка документов уменьшается. Сейчас надо будет съездить, замерить компрессию в машине и поменять ступицу. И потом еще дальше надо будет ехать, документы отвозить. Так, нежданно-негано нас встретились с пацанами. Ладно, я поехал. Взял фильтра. Фильтра масла. Масла я взял до этого еще. Фильтра взял. Блин, заехал. Забыл заехать, фонарик взять. Поменять надо, а то разбили. Сволочи.
Где можно сейчас найти? Нет, работа в DC. А ты спая на вашем пыльнике там в Калине. Он по-другому не работает. Все, пропал шум, гул. Теперь ничего не гремит, не мешает ехать. Можно теперь нормально. Осталось еще шаровую поменять и сайлентблоки в балке. Блин, лампочку забыл поменять. Ну ладно, сейчас доеду, поменяю. В общем, Витюше нужна замена головки. Проблема с клапанами, как выясняется. Нету компрессии нормальной на шестом, нихера себе, я уже ему приписал подвиги. На третьем цилиндре нету ни хрена компрессии, 6 очей компрессия на третьем цилиндре. Добавляли масло, не добавляли масло, по барабану. Компрессия так и не поднимается, ничего не меняется. Соответственно, проблема с головкой. Вот сейчас надо искать головку. Возможно, у кого-то есть, ребята, если головка где-то завалялась, дайте знать. Я ее за незадорого готов приобрести. Но опять же, это не задорого. Хотя, может быть, к тому моменту, когда выйдет видео, я уже и поменяю, но не факт. Но это не точно.